Не думали свидеться. Ну, из такого ладно бы свидеться. Алина в Швеции уже живет, уже Швеция. Да. Настя тут. Там страшное творилось, там не расскажешь просто так. Там кацапы убивают людей ни за что. Если мир не примет меры, Запорожье ожидает то же самое. Что-то надо предпринимать. И немедленно. Мы вырвались чудом оттуда, из этого ада. Пока там палаточку, потом баба, да? Да, мы не есть.